фонд обороны. Займы, лотереи, личные пожертвования. 132 миллиарда рублей. На эти деньги строились тысячи танков, самолетов. Часть средств шла в оплату поставок союзников. Из Мурманска с особо ценным грузом уходили корабли «Каир», «Кения», «Черный принц». 25 апреля 1942 года. Командир крейсера «Эдинбург» Хью Фолкнер расписался в получении 93 деревянных ящиков. В них 465 золотых слитков. Через два дня крейсер вышел из Мурманска. На его борту находился советский офицер Сергей Георгиевич Зиновьев. Он направлялся в Лондон к месту службы в советской военной миссии. В числе добровольцев первого комсомольского призыва Зиновьев пришел служить на флот. Стал одним из видных военно-морских специалистов. Ему и было поручено сопровождать груз золота 5,5 тонн. Баренцево море. Огненными милями называли этот путь моряки. Его освещало северное сияние, которое с древнейших времен считалось предзнаменованием несчастья. Борьба со льдом превращалась в борьбу за саму жизнь. Чрезмерное обледенение опрокидывало суда. Никакая одежда не могла защитить от холода. Жизнь, оказавшегося за бортом, длилась секунды. Бесконечный полярный день не давал укрыться от глаз врага, который был везде – в воздухе, на воде, под водой. Тридцатое апреля. 16:18 по Гринвичу. Командир немецкой подводной лодки капитан-лейтенант Макс Тайхерт записал в вахтенный журнал. Квадрат 55-19 АЦ. Ветер норд-вест 6-7 баллов. Море 5-6 баллов. Видимость 8 миль. Залп из трех торпед из аппарата номер 1, 2, 4. Восьмого апреля 1942 года из Мурманска на запад отправился конвой QP-11. 13 транспортов под охраной 6 эсминцев, 4 сторожевиков и тральщика. Возглавлял конвой британский крейсер «Эдинбург», на котором держал флаг контр-адмирал Бонхэм Картер. Первый день похода прошел спокойно. Но с утра 29 апреля над кораблями появились вражеские авиаразведчики. Немецкое командование бросило на перехват конвоя несколько подводных лодок с приказом в первую очередь выбить корабли эскорта, обладавшие сильным зенитным вооружением. После этого на беззащитные транспорты должны были обрушиться самолеты-торпедоносцы. Одна из субмарин У-456 обнаружила «Эдинбург» 30 апреля. В 16:18 корпус крейсера содрогнулся от сильного взрыва по правому борту под кормовой башней. Спустя несколько секунд второй столб воды и дыма поднялся над кормой. Это попадание торпеды решило судьбу «Эдинбурга». Он лишился двух винтов, руля и мог передвигаться только со скоростью 3,5 узла, с трудом управляясь машинами. Бонхэм Картер решил вернуться в Мурманск, вызвав на помощь эсминцы «Форсайт» и «Форстер». За 30 часов, миновавшие после встречи с У-456, небольшой отряд британских кораблей прошел всего 60 миль.
Утром 2 мая, когда он находился в 185 милях от Кольского полуострова, сигнальщики заметили в дымке на горизонте три низких силуэта. Это были немецкие эсминцы. Завязался бой. Развернувшись носом к противнику, Эдинбург успел огнем носовых башен потопить эсминец Z-7. Но при этом сам получил торпеду и опять под кормовую башню. Только в левый борт. Другая немецкая торпеда попала в форстер, на время потерявший ход. Остановился и форсайт, в машинном отделении которого разорвался крупнокалиберный снаряд. Идти своим ходом крейсер уже не мог. Более того, его корпус начал разламываться. К вечеру на место боя из Мурманска пришли 4 английских тральщика. Но и они, и оба сильно поврежденных эсминца не могли помочь крейсеру. Адмирал Бонхем Картер прекрасно знал, что в портах оккупированной гитлеровцами Норвегии стоит фашистская эскадра, которой ничего не стоит захватить Эдинбург. Между тем, на борту крейсера находилось несколько тонн советского золота. Плата за военные поставки союзников. И адмирал принял единственное верное в этой обстановке решение. 800 моряков перешли с крейсера на эсминцы и тральщики, после чего «Форсайт» и «Форстер» выпустили в обреченный корабль по торпеде. Через несколько минут Эдинбург затонул. О золотом крейсере вспомнили вскоре после войны, когда несколько судоподъемных компаний, в том числе норвежская, изъявили готовность извлечь драгоценный груз. Ситуация изменилась лишь в 1965 году, когда Эдинбургом занялся водолазный специалист Джессоп. По архивным материалам он установил точные координаты последнего боя Эдинбурга, выяснил, где лежали слитки. В мае 1981 года в Баренцево море вышло судно, обычно обслуживающее буровые установки в открытом море. На сей раз оно буксировало подводный аппарат, оснащенный широкополосным гидролокатором, который прочесывал морское дно на 500 метров по сторонам от излучателя. После того, как прибор обнаружил объект, по размерам напоминающий крейсер, другой локатор узконаправленного действия обрисовал его очертания. Затем под воду спустили телевизионную установку и сняли видеофильм. На его кадрах отчетливо виднелись корпус военного корабля, лежащий на правом борту, огромные пробоины. По спасательному боту, применявшемуся на крейсерах типа «Белфаст» и характерной форме надстройки, англичане сделали вывод, что «Эдинбург» найден. На смену первому судну пришел Стефани Турм, также обслуживающий морские нефтепромыслы. Достигнув заданной точки, моряки поставили вокруг крейсера 3 акустических буя-ответчика. Их сигналы вместе с информацией о силе и направлении ветра и волн поступали в бортовой компьютер, а тот автоматически включал разом или поодиночке 2 грибных винта, подруливающее устройство и 3 выдвижные поворотные рулевые колонки. Так, что судно удерживалось на месте, либо по просьбе водолазов смещалось на метр и даже меньше в сторону. Под водой работали профессионалы-водолазы. Их было 12. Англичане, австралийцы и новозеландцы. За неделю до начала операции их поместили в барокамеры. Долгие часы давление в камерах поднималось до 22 атмосфер, а воздух заменялся гелевой смесью, которой подводники дышат на больших глубинах. Когда же Стефани Турм зафиксировался над крейсером, водолазы через шлюз перебрались в водолазный колокол, который через сквозную шахту опустили дерек-краном на 270-метровую глубину. Медленно опускался колокол в мир безмолвия. Каждая пара водолазов, отработав на дне 4 часа, поднималась на судно и переходила в барокамеру, а ее место занимала очередная смена. Джессоп знал, что слитки лежат в погребе боезапаса зенитной артиллерии. Сначала туда хотели проникнуть через пролом, возникший в борту после взрыва торпеды, но выяснилось, что сделать это невозможно. На пути водолазов встало хаотичное нагромождение искореженного металла, поэтому пришлось прорубить лаз в 16-миллиметровой обшивке под броневым поясом. Оказавшись в погребе, водолазы увидели прогнутую палубу, куски арматуры,
Обломки снарядных ящиков, тросы, снаряды, патроны. И все это покрывала вязкая смесь мазута с илом. Водолазам пришлось поодиночке, подсвечивая переноской, резать и выносить куски металла, отсасывать ил, извлекать неразорвавшиеся снаряды. И все это на огромной глубине, под большим давлением, почти в полном мраке. Только 16 сентября австралиец Росси передал на поверхность первый слиток золота. Потом их было поднято еще 430, каждый весом от 11 до 13 килограмм. С грузом золота на борту судно отправилось в Мурманск, где его ждали советские и британские представители. После того, как Джессоп и его команда получила причитающееся им вознаграждение, слитки разделили между СССР и Англией в пропорции 3 к 1. Таковы были доли страховки за золотой груз, выплаченные обеими сторонами в 1942 году. Участники экспедиции намеревались в следующем сезоне продолжить поиски, но в реальности им удалось вернуться к месту гибели Эдинбурга лишь спустя 5 лет. По новому советско-английскому соглашению право на ведение глубоководных работ было передано английской фирме Wharton Williams, которая участвовала в качестве фирмы-партнера в предыдущей экспедиции. Условия работы были очень тяжелыми. Сильный ветер постоянно сносил судно в сторону от места затопления крейсера. Вылившийся из топливных танков мазут ограничивал видимость. В непосредственной близости от золотого груза располагались боезапасы. Правда, как считали специалисты, они не могли взорваться, но все равно соседство было не очень приятным. Наконец, оставшееся золото было поднято на поверхность. Его вес составил 345 килограмм. А стоимость, по предварительной оценке, около 3 миллионов фунтов стерлингов. Всего же в ходе двух экспедиций на поверхность водолазы извлекли около 5,5 тонн драгоценного металла, 95% золотого груза Эдинбурга. Это была одна из самых удачных крупномасштабных операций по поиску затонувших сокровищ. На этом, дорогие друзья, у меня все. Буду очень благодарен за подсказанные темы для выпуска будущих роликов. Всего вам доброго!